Привет. Привет. Я все сделал. Не все. Деньги не забрал. Слушай, а как же компьютер? Ай, оставь. Они все равно ничего не расшифруют. Все закодировано. Послушай, девайс, я спросить тебя хотел. С этими рожами все понятно, а парнишка, хакер, ты говоришь, он с ними связан был? Что тебя смущает? Да я же его как котенка. До сих пор перед глазами стоит. Кстати, информацию про этот компьютер, это он мне слил. Он с ними заодно был. В доле. Понимаешь? Он программы для них писал. Для того, чтобы они эти деньги коррупционные за кордон сливали. Ну хорошо, я все понимаю. Башкой я все понимаю, понимаешь? Но здесь-то все равно. Но я привык, что соперник всегда со мной какой-то серьезный, понимаешь? Опасность существует. Но здесь-то совсем пацан. Ты лучше думай про Зубова. Пока ты в горах воевал, они этим духом оружие поставляли. На этом и поднялись. Не надо никого жалеть. Хорошо. Давай сделаем все по плану. Давай. Паспорта у меня. А денег этих нам. Знаешь, насколько хватит? На всю жизнь.